Югра продолжит вложение в разработку в новых технологий добычи трудной нефти. Об этом сегодня Наталья Комарова рассказала на пленарном заседании Северного форума по устойчивому развитию. Он проходит в Якутии. Тема обсуждения – энергия Арктики, новые вызовы, новые решения технологии. В частности, губернатор говорила с участниками и экспертами об энергетической безопасности и будущем нефтедобычи. Так, округ сейчас сокращает зависимость от иностранных технологий, попутно вкладывая ресурсы в свои методики. Например, в Ханты-Мансийске запущен лабораторный комплекс исследования Керна. Результаты его работы обеспечат высокую точность прогнозов добычи нефти, а также эффективность технологий для разработки трудноизвлекаемых запасов. Мы одновременно переходим на совершенно другой технологический уровень решения задач в этой области. А это наука и исследовательская, и прикладная, а это огромное количество смежников, начиная от компании в нефтегазосервисе и заканчивая теми, кто производит оборудование специально. Колоссальный кластер активности экономической, которая может быть в том числе диверсифицирована и не только на нефтегазодобычу.